И я уверен, пройдет не так много времени, и в связи с теми событиями, которые происходят и в Евросоюзе, и в Америке, они скоро приедут к нам, чтобы научиться, как им выживать всем вместе. И мы научим, и недорого возьмем. Потому что добро, справедливость, любовь должно торжествовать везде и всегда.